Тыдзень города Цяньзинь у Магілёве працягваецца. На базе МДУ імя Аркадія Куляшова прайшоў форум супрацоўніцтва ў галіне адукацыі. Падчас мерапрыемства удзельнікі падпісалі шэраг пагадненняў. На сегодняшний день помеж установами эдукации Республики Беларуси и Китайской Народной Республикой подписано около 600 прямых договоров об супрацовництве. При этом больше за 100 из них подписано за опошние 2 года. У рамках этих договоров реализуются двухбаковые науковые и эдукационные проекты. Академичные обмены створяются совместные структуры. В рамках форума принимают участие не только специалисты, студенты и преподаватели университета имени Кулешова, но и других наших ведущих учебных заведений. Белорусско-российский университет, Академия сельскохозяйственная. Все эти высшие учебные заведения Могилевской области уже имеют опыт сотрудничества с соответствующими китайскими вузами. И сегодня есть уникальная возможность расширить географию этого сотрудничества и направление такого сотрудничества. Поэтому в целом можно сказать, что вот этот форум, он объединяет все высшие учебные заведения Могилёвской области и Тяньзиня. Як адзначаюць гості, сяброўства і братэрства даражэй усякага багацця. У апошнія гады супрацоўніцтва ў сферы адукацыі паміж Кітайскай Народнай Рэспублікай і Рэспублікай Беларусь бурна развіваецца. Колькасць кітайскіх студэнтаў у Беларусі перавысіла 7 тысяч чалавек. Наша рэспубліка стала другім па папулярнасці месцам навучання для кітайскіх студэнтаў у рускамоўным рэгіёне. У многих китайских университетах створены белорусские науковые центры. У Беларуси открыто 6 институтов и 2 класса Конфуция. У 35 белорусских початковых и средних школах, а так само у 11 колледжах и университетах уведено выучение китайской мовы. В академической среде прямые контакты между университетами, они всегда приносят максимальное КПД, максимальную пользу, если простыми словами говорить. Поэтому заключение таких договоров, оно подводит определенную черту между большой работой, которую уже провели наши учреждения. Самое главное, что все это основано не на пустом месте. Мы очень много лет шли к открытию Института Конфуция, и у нас теперь есть все шансы, чтобы мы стали 7-м Институтом Конфуция в нашей стране. Открытие Института Конфуция выводит университет МДУ имя Кулешова на новый уровень у адукационного сяроди Беларуси и Китая. Так само дасть махчимость годно реализовать те домовленности, которые были заключены помеж университетами сегодня и ранее. Алина Бабарыкова, Леонид Сикорин, Новин региона.